Первым на повестке дня депутаты обсудили вопрос о назначении даты отчета главы муниципального образования город Десногорск о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Большинством голосов датой предоставления отчета была выбрана 25 июня. Затем обсуждались предложенные финансовым управлением администрации изменения в положении в бюджетном процессе в Десногорске. В настоящее время финансовый отдел предоставляет депутатскому совету ежеквартальный отчет об использовании резервного фонда. Но на сессии начальник финансового управления предложила это делать один раз в год. Новшество депутатская комиссия не одобрила, и положение в бюджетном процессе оставили без изменений. Также обсуждалось утверждение плана работы Десногорского городского совета на второе полугодие 2019 года и утверждена новая схема одномандатных избирательных округов. Вся информация о предстоящем 8 сентября голосовании находится на официальном сайте администрации. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.